на съемке клипа. Зеленых и оранжевых бумажек большая кипа. Мы бы офигенное видео снять могли бы, но первым делом было решено обмыть эту прибыль. 32 тележки, 53 корзины, ни одной бутылки на полках магазина. Привезли на кассу, стали пробивать их. Кончилась бумага в кассовом аппарате. Рулон заменили, кончились чернила. В ящике для купюр места не хватило. Тысяча, тысяча, тысяча пятих атак. 20 тысяч полтинников, 100 тысяч десяток. Не знаю, как ты, а я теперь умею. За день просадить 100 миллионов копеек. Тысяча, тысяча, тысяча пятих атак. 20 тысяч полтинников, 100 тысяч десяток. Не знаю, как ты, а я теперь умею. За день просадить 100 миллионов копеек. Яснее ясного дальнейшие перспективы. Действия развивались по мотивам известного детектива. 10 негритят решили накидаться. Дело запахло халявой, и тут их сразу же стало 20. С массовкой нет проблем, у нас несложный кастинг. Предпремьерный показ будет в завтрашней дежурной части. Видно, все мы издалека, у нас сегодня праздник. Девки в умате пляшут на капоте чьей-то Мазды. Орет сигнализация, тут как тут милиция. Уже считает ассигнации с довольными лицами. Матерится владелец Мазды в халате и сланцах. Заткнись, тупица, девчонки, продолжаем танцы. Тысяча, тысяча, тысяча пятих атак. 20 тысяч полтинников, 100 тысяч десяток. Не знаю, как ты, а я теперь умею. За день просадить 100 миллионов копеек. Тысяча, тысяча, тысяча пятих атак. 20 тысяч полтинников, 100 тысяч десяток. Не знаю, как ты, а я теперь умею. За день просадить 100 миллионов копеек. У тебя лимон, ты бы потратил его иначе. Купил бы тачку или копить на хату бы начал. Долги раздал бы, либо дома ремонт зафигачил. Короче, никакого драйва, никакого кача. У нас другая задача, нам нужен клип офигительный, чтоб с открытыми пачками уехать.